Карасев Алексей Маркович, герой Советского Союза. Родился 20 декабря 1920 года в селе Дровосеково Винницкого района Псковской области. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир пулеметного расчета 412-го стрелкового полка 1-й стрелковой Брестской дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта. Старший сержант. Боевое крещение принял на Западном фронте Белоруссии в составе 3-й армии, после разгрома которой воевал в партизанском отряде на территории Великолукского и Нерийского района Псковской области. С февраля 1942 года отряд влился в состав 3-й ударной армии Калининского фронта. Карасев принял участие в освобождении городов Великие Луки и Неволь, а затем Ленинградской, Новгородской, Полесской и Люблинско-Брестской наступательных операциях. Особо отличился в белорусской стратегической операции «Багратион». В конце июля 1944 года в бою на территории Польши пулеметным огнем пресек попытку двух рот противника выйти в тыл его батальона. Противотанковой гранатой подорвал вражеский танк, приблизившийся к его огневой позиции. Участвовал в отражении 16 контратак противника, пытавшегося ворваться в окружение, уничтожив пулеметным огнем более 200 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Карасеву Алексею Марковичу присвоено звание Героя Советского Союза. После войны вернулся на родину, находился на советской партийной работе, был депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Славы 3-й степени медалями.